В рамках реализации проекта «Городская среда» одинцовские единороссы проверили ход установки детской игровой площадки на улице Маковского. В этом году изменился норматив по резиновому покрытию. Оно стало еще более безопасным и мягким. Площадка на улице Маковского будет оборудована ограждением, освещением и системой видеонаблюдения, рассказала председатель окружного совета депутатов Татьяна Одинцова. А в рамках проекта «Российское село» единороссы сами привели в порядок детскую площадку в деревне Салманово, расположенной у дома номер 30. С обращением о содействии к партийцам обратилась местная жительница. В итоге активисты убрали мусор с детской площадки, выполнили ремонт и покраску малых архитектурных форм.